Всем привет, это канал Canada Cars, автомобили из Канады во все страны мира. Меня зовут Алекс, и в этом видео мы хотим вам показать, как мы одному из наших клиентов приобрели очень интересный вариант аварийной Mazda CX-9 2018 года в самой-самой дорогой комплектации, которая только бывает в Канаде, комплектация Signature. То есть это top of the line, это самая-самая дорогая. И машина с легким, небольшим очень повреждением. И самое интересное, что мы ее приобрели у дилера, который занимается только аварийными машинами. И он работает напрямую с страховыми компаниями без всяких аукционов. То есть этот дилер находится чуть дальше города Левис, за городом Квебек-Сити. И у него в стоке очень много автомобилей таких аварийных по очень интересным ценам. То есть компания называется daniellessart.com, кажется, или .ca, я не знаю. Вы можете зайти на наш сайт, вот, canadacars.biz, забейте в рубрику «Как заказать», и там целый список ресурсов, где в Канаде можно найти для себя хороший автомобиль. И вот в этом списке есть этот дилер, Daniel Lessart называется. Вот по цене на эту машину мы вам сейчас расскажем чуть позже в видео. Значит, и мы ее везем под ключ для украинского клиента, и посмотрите и сами все увидите своими глазами, и как это все происходило, и как мы делали и тест-драйв, и как укомплектовали запчастями и так далее, и как ее грузили в контейнер. Все это увидите сейчас своими глазами. Поехали. Ну а теперь мы переносимся к машине с нашего автосалона, потому что машина находится на складе. Как мы вам и рассказали, объяснили, мы ее сразу грузим в контейнер, то есть не будем ждать какие-то запчасти, хотя надо было пару запчастей, но ввиду того, что этот коронавирус, все-таки часть запчастей идут с проволочкой, что-то можем сразу купить, что-то надо ждать, поэтому ждать не будем, сразу отправляем ее в Украину, в Одессу. Значит, вот у этой машины два ключика. Машина, еще раз хочу сказать, самой дорогой комплектации Signature, то есть это максимум, все, что только может быть в ней все есть, это самое-самое топовое. Ну и что, давайте я вам эту красотулю покажу, которая пробег всего 37 тысяч километров, белый перламутр 2018 года, ну реально красотуля, давайте вы ее сейчас посмотрите, и мы вам еще раз чуть позже назовем цену, сколько она получается под ключ. В общем, смотрите, эту машину мы покупали у дилера Daniel Lessart. То есть этот сайт есть у нас на сайте, в рубрике, на сайте canadacars.biz, в рубрике «Как заказать». Этот сайт, есть в списке ресурсов. Машина 2018 года. Вот этот Daniel Lessart, он работает напрямую со страховыми компаниями и без аукционов выкупает автомобили. И у него на сайте очень много машин после различных ДТП, и это все в открытом виде продается, без всяких аукционов, сразу звоним и покупаем. То есть эта компания Daniel Lessart находится за городом Левис, это, скажем так, в сторону Квебек-Сити, вот, и где-то 500 километров от нашего, от Монреаля, вот, но это не проблема, у них очень классный сайт, и там можно посмотреть все эти машины со всеми деталями. Вот видите, смотрите, они сразу свою рекламку ставят, в отличие от нас. Вот мы еще, кстати, тоже будем делать на вот такие маленькие рекламки, как здесь, видите? Вот. Гараж Daniel Lessart, видите? Я вам показывал в обзоре тоже вот этот гараж Daniel Lessart, вы можете посмотреть. И вот здесь они свой сайт рекламируют. daniellessart.com. Он есть у нас в списке ресурсов в рубрике «Как заказать», то есть вы можете зайти и посмотреть. Ну что, смотрите, вот эта Mazda CX-9, она полноприводная. Она семиместная. Она в комплектации Signature. Это самая-самая дорогая комплектация, которая только бывает. У нее зимние колеса, вот видите. Но за исключением того колеса, где была авария. То есть авария была с этой стороны, они установили, видите, другой диск и другой скат. То есть это совсем другое колесо, летнее какое-то колесо. Вот, они очень подробно показали тип повреждения. Но сейчас я вам остановлюсь на этом повреждении и покажу тоже. Я хочу показать вначале опции этой машины. Это самая дорогая комплектация, которая только бывает, ребята. Посмотрите вот этот цвет салона, посмотрите на эту кожу, посмотрите на вот это дерево, на музыку посмотрите.
То есть Бося, музыка Бося, видите? Посмотрите на регулировочки сидений, смотрите, память сидений. Тут очень много интересных фишек. И потом обратите внимание, что на третий месяц 2018 года. Значит, у нее коврики, смотрю, даже вот крутые очень, резиновые. Видите, как? Потом, вот смотрите, какие штучки есть, видите, какие опции. А? Смотрите, а? Классно как. 37 тысяч километров пробега, ну, бахнутый airbag, понятно, что. Ку-ку, здравствуйте. Вот, ну, посмотрите, сколько здесь настроек. Подогрев сидений, видите? Подогрев руля. Трехуровневый подогрев сидений, ах, как классно, слушайте. Очень хорошая камера заднего вида. У нее, давайте я вам ее покажу. Сяду. Тоже, видите, дистроники есть у этой машины. Очень хорошее качество изображения. Вот я включу заднюю скорость, вы посмотрите. Видите, как в деталях видно все. Ну, может быть, бывает и лучше, конечно, но все равно это очень неплохое изображение. Посмотрите, какой салон. Перфорированная кожа. А у нее, ну, машина реально классная, очень навороченная. Вот какие здесь опции. Вот это дерево все-таки обалденно круто смотрится. Обратите внимание. Ну и вот смотрите. Люк, естественно, панорамный. Значит, когда мы ее покупали, дилер нам предложил сразу, вот этот Даниэль Лисард, менеджер, с которым мы работали, он сразу предложил, что мы... Когда машину приобрели, у нас мы у дилера заказали, у официального дилера Mazda заказали бампер оригинальный. И этот бампер они нам предложили по себестоимости, сколько он вышел. Мы его купили сразу для клиента, спросили, если он не хочет, клиент захотел, и мы сразу его приобрели. Вот он лежит в салоне, в пленочке. Машина семиместная, посмотрите, со всеми ковриками, вот видите. Потолок черный. Цвет салона, ну, конечно, шикарный цвет салона, очень-очень необычный. Даже очень необычный. Тоже, видите, вот эта вот фича, только на самых дорогих комплектациях есть. Вот эта вот шторочка от солнца закрывает, видите, деток ваших пассажиров. Так, давайте мы откроем капот. Багажник и капот я тоже капот открою еще, чтобы сразу вам ее показать. Так, а вот багажник. Сейчас я открыл, я вам его и покажу. С кнопки понятно, что он закрывается. Сиденье задний ряд сейчас сложены. Давайте попробую здесь вот эти ниши показать тоже. Я не буду здесь ничего разбирать, потому что вот кое-какие запчасти есть, может быть, ребятам они пригодятся, может быть, этот молдинг пригодится еще. А, бампер. Кстати, вот я, знаете, что заметил в машине? Приятный, хороший сюрприз сделал нам дилер. А, он положил клипсочки. Вот они. В машину. Ну, для того, чтобы можно было, когда собираете автомобиль, хотя бы на этом сэкономить. То есть вот семиместный паровоз. Видите, она большая, реально большая машина. И при этом она смотрится очень-очень компактно. Какой же красивый цвет. Слушайте, такое сочетание шикарное. Черный, серебристый. Бордовый этот, обалдеть. Ну и это все новье. Вот вы видите, если так посмотрите, вот это все новенькое. В принципе, это сразу видно по порогам. Вот это, обратите внимание на пороги, да, вот если были какие-то левые пользователи, они сразу все это затерли. А здесь все четко.
рукам, чтобы не испачкаться. Смотрите, как круто, вообще просто круто. Вот тоже регулировочек, сколько на сидений. Подкачка для спины, видите? Airbag бахнул только один, только водительский, в руле и ремень. Сиденье целый airbag. Всякие книжечки, все здесь в бардачке. Ну, машина удобненькая, я смотрю, такая, и посадка у нее, кстати, очень удобная, и высокая она. Интересный аппарат. Ну, давайте теперь к повреждению перейдем, что у нее повреждено. Вот смотрите, моторный отсек, она сейчас заведенная стоит. Здесь все четко, двигатель 2.5, все классно работает. Без всяких, как говорится, сбоев и так далее. Удар был в эту сторону, видите, вот он удар. Погнулась немножко вот эта часть. То есть это надо будет рихтануть. Естественно, бампер нужен будет другой. Они предоставили очень много фотографий на момент покупки. Вот это вот нижней части. Все вот эти балки, рычагов. И вроде бы так, судя по всему, все в порядке. Но немножечко удар дошел. Видите, как удар был здесь тоже что-то немножко подмято. Видите? Какой-то непонятно. Пару вмятин есть. Но это не сильно. То есть это... ерунда, в принципе, починится. Капот тоже замятый, видите, вот эта вот часть. Ну, капот надо менять. А так, все остальное, лонжерон, посмотрите, лонжерон четко все стоит, все классно. Ходовка вроде бы. По-моему, они амортизатор меняли, что-то такое, я помню, они нам рассказывали. Не помню уже, там подзабыл. Но... тоже неплохо. Но смотрите, работает четко, моторчик четко работает, ровненько стоит, все параллельно, перпендикулярно, ничего не перекошено. Это же очень важно. А вот эти мелочи в Украине починят уже. Как говорится, без всяких проблем сделают. Так, ну что, а сейчас давайте мы прокатимся на ней немножко, покажем, как она хотя бы едет. Чтобы вы понимали, что она живая, она не просто какой-то разбитый кусок барахла железного. Давайте проедемся на этой новой Mazda CX-9 в комплектации Signature и посмотрим, как она едет. Проедемся просто по территории здесь, чтобы далеко не выезжать, потому что мы не имеем права на скажем так, выезжать на дороге на такой машине, потому что она не соответствует нормам безопасности. А тут мы прокатимся сейчас. Ну, давайте прокатимся на этой красавице с открытой безопасностью. Вот, ну, не вопрос. Включим подогрев сидений. Это, кстати, очень кстати будет. Виталий, ты можешь подвинуть немножко сидений назад, там есть чуть место. Что там? Ну, все, вот так, окей. Давайте открою шторочку и прокатимся, покажем, как она едет. То есть, да, у нее слышны какие-то звуки, да, у нее не работают адаптивные ледовские фары, но... ну, посмотрите на пробег, я вот хочу показать. 37 тысяч километров, видите? Ошибок, в принципе, горит не так много. По сути. Видите, как она? Нормально, четко едет. Не прямо катастрофа. Давайте я закрою здесь. Классно едет, ребят, посмотрите. Никаких стуков, деформаций. Даже руль ровненько стоит. Не, ну понятно, что надо будет довести до ума ее. Понятно, что надо будет починить все эти нюансы, которые поломаны. Но в любом случае она стоящая. Вариант очень хороший. Итак, почем же она получилась? Сколько денег она вышла? А она получается в Одессе уже со всеми абсолютно расходами, за воротами порта, растаможенная, со всеми сборами, там, затратами, брокерскими, портовыми, она получается около 23 тысяч долларов США. Уже все полностью. И остается ее только починить, купить запчасти необходимые, и потом поставить на учет.
И вот такая самая дорогая комплектация Signature, 18-й год, самое новое поколение, семиместная, с таким шикарным салоном. Канадская, это европейская машина, 100% европейская машина, понимаете? А следовательно, фарами, она считаете, вот эти там, до 25 тысяч долларов, она будет уже у собственника в Украине. Ну, смотрите, едет она классно, даже переключение скоростей, могу протестировать, как она. Нет, четко, все четко. Ну, новая машина, что говорить. Все-таки, когда новый автомобиль, это во всем проявляется. И в ходовой, и там, и здесь. Это новая машина. Хороший аппарат. Ждем, конечно, от ребят из Харькова фото-видео, какая она будет починена из Украины, как она себя будет уже проявлять, и какая она будет красавица, когда уже будет готова, покрашена, полирована, все. Нам очень интересно, да, честно говоря. Вот включил поворотник, даже поворотник работает, несмотря на то, что без фары машина. Ну и четверть бака бензина тут. Тут тоже неплохо, тоже круто. Понятно, что слышны звуки там у колеса, что задевает, там протирает, но все-таки она же после ДТП, по-любому машина не с автосалона. Давай, наверное, здесь ставим. Ну что, машина готова к погрузке, мы вам ее показали во всех, как говорится, ракурсах, со всеми объяснениями. Еще на что обратил внимание, что у нее есть проекция на лобовое стекло, кстати, не сразу заметил, но это самая дорогая комплектация, еще раз хочу сказать, Signature, канадская версия. Машинка классная, машина готова к отправке в Украину, мы ее грузим вот в подобный контейнер, вот, и отправляем ребятам, клиентам. Пользуйтесь, как говорится, радуйтесь. Мы бы, конечно, с большим удовольствием наклеили такой же огромный значок, как наклеили на капот Touareg'а, но так как эту машину еще будут ремонтировать, красить, менять капот, красить, поэтому его особо и не приклеишь, потому что его снимут просто. Вот, но что, счастливого пути этой красотки. Пусть она меняет гражданство уже канадское на украинское. Вот, и пользуйтесь, как говорится, во благо. Пока-пока, спасибо вам за все.